было очень просто, с одной стороны, да. Но я просто каким-то, вот бывает, футбольное чутье, хоккейное чутье. Игра была в зоне канадцев, в углу площадки. Вот. Там хорошо сыграли Шадрин. Он сделал вот там, за ворота по борту, вот, передачи Якушеву. А Сашка просто феноменально сориентировался, и я, наверное, тоже слабо. Вот. Я увидел, что защитники все смотрят на Якушева, и я открылся вот на это свободное место. И Сашка увидел это и сделал мне вот такую диагональную, мимо вратаря. А Драйден даже в углу стоял там, вот, и, в ближнем, да. И у меня было приблизительно вот такое пространство пустое. Ну, я ее просто бросил, и все. Отец у меня был заместитель министра химической промышленности. Мать – врач, терапевт. Владимир Ростанович, естественно. И мама? Тамара Николаевна. И работали они по своей, так сказать, специальности, если можно так сказать. Мать-то точно, а отец возглавлял министерство. Ко мне ходил репетитор по музыке, там, и, в общем, все было у меня. Но, правда, репетиторов я ждал на дереве. Залез на них, говорю, а, идет. Я быстрее. Мне было очень мало лет, 12 всего, когда у меня умер отец. Но у меня есть еще брат. Вот, он на 7 лет моложе меня. И, в общем-то, мать не могла разорваться на двоих. Вот. И она, как старше у меня, ну, более-менее не трогала, там уроки не проверяла. И я был свободен. Ну, а я уже сказал, то, что я любил двигаться. Вот, я говорю, мам, там, купи мне коньки с гаги эти. И вот так я стал играть в хоккей. У меня вообще мать была мудрая женщина. Она говорила мне, Жень, не забывай школу. Вот. А так делай то, что делаешь. А это когда стали платить деньги, вот, я приносил, она, это говорит, твои заработанные деньги. Вот. Ну, там 60 рублей по тем временам было. Закономерность, наверное, заключалась в том, что я был небольшого роста. Потому что у меня в основном резанные травмы на лице. В то время же, как они называются, визора, их не было. Вот. А я очень резкий был и на скорости убирал, а соперник хотел меня достать. И он промахивался мимо меня, мимо моей клюшки и по лицу. Очень много. У меня оно все здесь. Сейчас со старостью незаметно, а раньше... Вот. Плюс зубы. То же самое. Где не защищены места. Вот у меня, как ни странно, у многих мениски были. У многих мениски. У меня не было. Абсолютно спокойно. Он говорит, да, ребят, не унывайте, Господи Боже мой. Проигрываем мы же не дворовой команде, а лучшим игрокам, как считается, он подчеркнул, как считается, мирового хоккея. Он умел это, он умел. Михалыч отличный психолог, и он знал, как влиять на ребят. И вот он нашел эти слова. Вот. Мы вышли, как полетели. Ну, а действительно, ну, кому мы проигрываем? Не юниорам тем, которые мне и старшину там травму нанесли, а лучшим игрокам НХЛ. Ну и что? Ну, проиграем. Никто нас не осудит за это, даже при том режиме. Вот. И стали играть в свой хоккей. Вот. Скорость, пас. Передачи сплошные, а они растерялись. А они, кстати, я подчеркнул, они немножко расслабились, думали, эта игра им легко даст. Вот сколько мы играли с Чернышовым и Тарасовым, особенно Тарасов. Тарасов все время передергивал, кричал, оскорблял нас. А это нас не возбуждало, а раздражало. Вот. С Бобровым этого не было. А именно вот я так думаю уже спустя сколько лет, что вот этот элемент не раздражения, а просто вот какие-то слова, о которых я вот сказал, вот это нам надо было, а Чернышов с Тарасовым не смогли бы. Особенно Чернышов смог, а Тарасов вряд ли бы. Я ехал с гражданским паспортом в военкомат. Уже все, сдаваться в армию. Вот. Это еще было, да, после «Локомотива». Меня пригласил «Спартак», «ЦСКА» и «Динамо». Три команды. Я думал, а там как раз Локтев закончил. И Тарасов, вот, вместо него будешь играть. Ну, я поверил и поехал. Потом в трамвае едем. Я не помню сейчас фамилии офицеров, у них там работал в клубе. Едем. И я так задумался, и потом, я говорю, вы знаете, я сейчас посмотрел, я паспорт дома забыл, а уже остановки две проехали. Вот. Он говорит, ну давай срочно домой, бери паспорт. Я домой с песнями, и больше они меня не увидели. Тарасов не увел команду с площадки. Что дало нам, спартаковцам? Дало просто отдохнуть. Мы катались по площадочке, кто на лавочке сидел. Вот. А армейцы были и так на нервах, да что тоже уставшие. Вот. И когда началась концовка игры, вот, мы уже чувствовались свежо довольно-таки. Но армейцы тоже неплохо, но уже, в общем, как страдал сценарий матча, так он и продолжился для Тарасова. Он знал, после первого поражения он знал еще другое, их очень хорошо знал, что еще команда, которая может обыграть, это тот же «Спартак». И он видел, он специалист неплохой был. Что там говорить, он разбирался в игроках, и он видел потенциал «Спартака», который набрал Бобров, и, конечно, он побаивался его. Вот поэтому он на всю катушку свою армию записал. Учащенный пульс, вот сердце условно бьется 90, щелчок, и оно молотит там по 200 ударов, и самое интересное, ты дышишь, а воздуха не чувствуешь. Бегу в лесу. Ну, подготовка к сезону. Измайловский парк, прекрасное место. Бегу, все нормально, в средненьком темпе, не форсируя ничего. Вдруг, и у меня, а я уже знал, началось. В 1972 году я с этой парасексуальной тахикардией забил первый гол канадца. Все знали, и даже ФРГ знали. Я пошел, просто набрался наглости, уже не советской, вот, нашего врача и руководителя делегации. Вы отвезите меня в клинику, где вот такие вещи происходят. Меня отвезли. Вот. Ну, там тоже сделали то, что нужно, они, врачи. И говорит, вставай, парень. Я говорю, ну а дальше можно мне играть? Да хоть сколько, потому что у меня патологии никакой сердечной не было. Никакой. Вот, давай, парень, иди играй. Только единственное запомни, если приступ во время игры, да, то постарайся больше в этом матче не участвовать. Овчаков. Потом, когда время прошло, я уже все там отслужил, то, что положено. Он мне сказал, Жень, наивный ты был, а я там писал туда, что документация медицинская, все, что меня выявили, а своих на самом деле не берут. Он так сочувствует со мной. Говорит, ты знаешь, Жень, мы могли в то время взять самого, ну, безногого и не взять самого здорового. Вот какие у нас полномочия были. указ Леонида Ильича Брежнева. Всех, то есть актеров, у многих были отсрочки, так называемые отсрочки. Ну, людей, которые нужны, так сказать, обществу, на которых ходят, смотрят, в том числе и спортсмены. Вот. И в один день, потому что, как нам объяснили, нехватка в армии, вот, нужно усилить армию. Ну, вот усилили нами всеми. Карпуни всегда Наполеоном был. Вот, а Спартак чемпион. Зачем ему Зимин конфликтный еще? Я с ним до смешного, я говорю: Николай, возьмите меня в команду бесплатно. Я вот пройду предсезонку, все пройду, да, до начала сезона. И тогда вы определите, какой я по характеру, капризный, не капризный, так сказать. У меня владелись такие грешки. Вот. И тогда вы определите и скажете: я на вас никакой обиды иметь не буду. Он: да я и ни да, ни нет. Но вдруг звонок. Тузик Игорь Николаевич, мой любимый тренер. Вот. Жень, ты не хотел бы еще поиграть? Я говорю: с удовольствием. Но в Крыльях Советов. Я говорю: принимаю. Мы сразу с ним договорились, без всяких-то. Вот. Я говорю: ну, давайте, Игорь Николаевич, не будем загадывать вперед, потому что я все-таки форму потерял. Дайте мне на раскачку. И, в общем, он дал мне на раскачку, чтобы войти. И в итоге, как благодарный, что ли, ему, я в финальном матче за Кубок Европейских чемпионов Дукли забросил 2 шайбы. И мы выиграли Кубок Крылья. Впервые в истории выиграла Кубок Европейских чемпионов. Больше они никогда не выиграли. Вот. Вот. Тарас меня расцеловал даже после этой игры. Игра была ЦСКА. Он смотрел. У меня в Канаде открылся аппендицит. Очень заболел желудок. А Олег Марк Белоховский, царство ему небесное, он очень такой был аккуратный врач. И он: болит живот, надо, значит, проверить. И, в общем-то, может быть даже, я предполагаю, что он спас мне жизнь, не поставив на игру. Потому что боли не проходили. И меня сразу в госпитале. Я просился, но уже тут Олег Маркович, полковник Белаковский, настоял. Я говорю: тренером, если я не ошибаюсь, он говорил: вот пишите письменную расписку, что вы берете ответственность на себя. Вот. Или я, так сказать, этого сделать не буду. Я не могу выпустить Зимина. Канадцы потеряли шайбу приблизительно в средней зоне. Защитник пошел меня атаковать. И вот здесь я свой фирменный прием, о чем, кстати, перед игрой говорил Сергей Михайлович Бобров. Вы замахните, что бросаете, да? А сами в паузу и на паузе обыгрываете. И я вот сделал это. Защитник как вот масло уехал в сторону, куда я показал, что я брошу, да? Уехал. Я вышел 1 на 1. То же самое сделал с Драйденом. И Драйден уехал, и я в пустые ворота забил. Бориса Майорова слова. Никогда ни тебе, никому не говорил. Но сейчас я тебе скажу, что и 60-летний рюмочку налил. И за то, что ты, пожалуй, он сказал с оговоркой, пожалуй, был одним из лучших правоохранных во всем Советском Союзе. Вот. Может быть, еще он добавил, вот Локтев, он номер 1 был.